сверхснежных вековой тайге. По зимнику выруливая ловко, полярной ночью вдоль реки Оби, с бригадой шла на куск с вахтовка. Мороз за 50 неблизкий путь, коварный сон смыкает веки сладко, но слух улавливает странный звук. Приехали, посыпалась раздатка. Запаска первая ушла в костер, коробки с грузоветыши сиденья, с канистры крышку открутил шофер. Без вариантов принято решение, вахтовку запалили мужики. Для вертолета был маяк мороз, зато живыми вышли из тайги. Вот так в Сибири отправляют СОС. База, база, за Соколом. Все живы. Возвращаемся домой.